Всем доброе утро. Мы сейчас гуляем по нашему району. Здесь частный сектор. Дома наших соседей хочу показать. Многие здесь дома в японском стиле. Деревья красивые растут. И дом какой очень красивый, новый. Вот еще один дом в традиционно таком японском стиле. Он старенький. У них у всех соседей очень красивые деревья. Растут кустики. Так все чистенько, аккуратненько, подстрижено. Они очень любят ухаживать за своими садами, двориками. Все у них чисто, красиво. Но внутри обычно в таких домах нет отопления и очень холодно. Как бы ворот у них нет, ничего не закрывается. Все открыто и как бы нечего опасаться, потому что все безопасно. Но посмотрите, как красиво и чисто. Вот в этом районе я снимала свои видео, аутфиты, луки. Потому что здесь очень красивые дома у соседей, они в японском стиле. У нас дом, он обычный, не в японском стиле, поэтому как бы я его и не показываю. А у соседей красота. Вот еще дом, но со стороны кажется, как будто бы он заброшенный. Но это не так. И если в течение дня ходить, то людей практически не встречаете, потому что все либо на работе, либо, я не знаю даже где, в магазинах. Вот этот дом мне тоже очень нравится. Очень красиво здесь внутри. Двор у них просто замечательный. Мхом все заросло, посмотрите. И дома, ой, деревья как на подбор. Очень красивые деревья. Везде на дорогах у них зеркала такие, чтобы видно было, машина едет или нет. Так, этот дворик я тоже часто фотографирую. Очень красивый. Где машина? Вот еще очень красивый дом у соседей. У него богатый сад и... Сам дом тоже большой, в традиционно японском стиле, старый дом. И очень красивые деревья растут во дворе. И посмотрите камушками, как забор обделан. А это у нас на районе маленький храм такой есть. Я не знаю, когда в него приходят молиться или когда он функционирует. Я когда прохожу, он все время закрыт. Но здесь как бы тоже так мило, красиво, и деревья, и все чисто, и сам храм такой, как бы, интересный. Здесь такие ворота каменные, как бы вход в храм. Прикольно, но как бы он закрыт, вовнутрь не зайдешь, только вот можно по территории пройтись. Купили мы в магазине мороженое. Сакура. София, тут что написано? Сакура? В виде сакуры мороженое? Сакура айс. Сакура айс манджу. Что это? Мороженое внутри, которое вот такие бобы. Вот какое оно красивое. Как будто цветок сакуры. Сегодня в Макдональдсе особенное меню. Не меню, а картошка и напиток в честь сакуры, цветения. Якобы картошка фри с сакурой и напиток с сакурой. Но вкус такой прикольный, кстати, у картошки. Розового цвета присыпка, кисло-сладкая. И напиток. Очень вкусный напиток. Лимонад, я даже не пойму с чем. С розой, что ли? Роза. Цветочный какой-то. Хочу показать вам яйцо, которое варят в унсенах, это вот в горячих источниках. Вы можете представить, какая температура в горячих источниках, чтобы сварить это яйцо? Но оно такое полуготовое, как называется? Смятку, это яичко. И, по-моему, долго, да, они лежат в этом, да. В этой воде там очень долго, пока вот не приготовятся. Так прикольно, мы взяли попробовать домой.
Мы приехали в кинотеатр с Каримом. Карим решил показать мне японский кинотеатр «Бэтмен против Супермена». Много ужасных отзывов про этот фильм, но мы все равно на него идем. Я бы лучше на X-Men пошла. Я потом тоже пойдем. Восьмой месяц. Он стал главным, значит. Он побрился. А это снимается, которая в этом... «Игра престолов». Ничего себе. Вот это я знаю. Что ты будешь делать? Покупать будут билеты. Как? Ой, я бы сама точно не буду. Ты что, на 3D берешь? Нет. Два. Ты не VIP? VIP у вас есть вообще такое? Там на какой детский 3D? Ну... Будет показывать где-то посередине? Да, надо посередине. Вот, наверное, вот это, 14-15. Там нету. Подожди. Ты что, что я в школе учусь сделал? Да, да, да. Ты в школе же. Ничего себе. А если они скажут... А тут не предъявляешь никакую корочку? Как я делаю все? Тут Карим не один стоит. Прикольно, да? Ну, получается, не 1100, а по 1000. Да? Билета. Идем, Жень! Круто. Теперь что, попкорн? Попозже подойдем. Попозже, да? А какой есть? Я соленый люблю. Есть соленый? Нет, тут есть, смотри. Попкорн соленый половина и сладкий половина. Попкорн это 100. Соленый. А то доринка эры. Но ты что будешь? Фанта. Колу. Нет, я колу люблю. Кора. Кора, ну эры. А что тебе есть? Да. У нас же кумата с крикаешь, да? Попкорн эры, но хамдун карамель, да? Хамдун. Все. Карим себе взял 50 на 50 сладкий соленый попкорн, фанта дыня и мороженое, по-моему. Да. Я люблю соленый попкорн и кола. Вредятина. Ничего, редко хожу в кинотеатры. Можно и вредятина. Забыла сказать, что фильм будет на английском языке. Там на выбор два языка, японский либо английский, и мы выбрали английский. Надеюсь, Карим выбрал английский. Что если он выбрал японский, то вообще не очень прикольно будет. Что-то тебе дали? Вот, файл, да. Файлы. Бэтмен против Супермена в подарок. Клево. Тебе один? А, да, и мне. Тебе. Это нигде не купишь? Да, это в смысле лимитированный, да, выпуск. Для кинотеатров только. Класс. Пятый. Я фанатка Бэтмена и Супермена. Круто. 2:50. Пятый мигает, значит, надо заходить уже. Да. Подушки зачем? Просто сидеть там. Можно выйти, взять подушку дополнительно. Круто. По-любому возьмем, потому что 3 часа сидеть. Да, большой зал. Ты уверен, что на английском? Маугли будет, кстати. Да, я хочу посмотреть. Джангл и Букка. И в апреле будет 6-й сезон, и все его ждут. Знаешь, какой классный сериал? Хоть он был и на английском, английский я не очень хорошо знаю, но мне понравился фильм все равно. Круто было. Круто было до последнего. Я не верила, что он умер. Я была права. Что это за лавочка такая? Что попало? А где, почему цен нет? Есть. А, вот такие.
штуки. Букет из чупа-чупсов. Забрели в странный магазинчик. Здесь всякая всячина продается. Ой, смотрите, краска для волос разных цветов. Прикольно. Вот так получается, видите? Надо, самое главное, надо обесцветиться вначале. Сумочка, тостер. Эй! Куда-то снялась. Вот такая булочка. Вон миньончики. Это маски такие для лица. Гигантский чупа-чупс. Это жвачки. Кстати, недорого. 25 коробок за 500 йен. Как вам эта шапочка? Какой музончик еще? Мне как раз кепка нужна еще. Но мне такие не идут. Мне идут, знаете, такие более найковские, классические. Это рэперские. Рэперские мне не идут, мне кажется. Я как Джастин Бибер, блин, с этой челкой. Вот, смотрите, как лапка котенка. Носочки, вот круто, да? Молодцы. Вот, очередная ерунда какая-то. Опять в рекламе Рональда или Роналда. Для качания пресса штука. Можете накачать пресс, сидя на диване. А, вот показано, кстати. Body Revolution. Видите, как качают? 23 тысячи и 17. Короче, нужно где-то 500 баксов на это все выкинуть. Ну, как круто, бицепс, трицепс качает. Интересно, оно действительно качает так? Ничего, короче, не делай, только лежите, сам пресс качает. Я лично так наелась попкорна, что мне плохо до сих пор. Угу. Вон, посмотрите, у них. Я думаю, у нас такое же. Нет, у нас не такое мимишное. Вот, например, зайчиков нам пасхальных точно, наверное, не вставляют. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter.